Вот котлованы вот такие выкапывают. В эти котлованы засыпается мусор, вон он у них наваленный за забором. Вываливают туда и вот этой землей сверху припорашивают. Вот здесь яма, там дальше кругом ямы, видите? Роют ямы, скидывают мусор и засыпают землей. Такая схема вблизи мотоциклетной площадки работает уже несколько лет. Хоронит здесь мусор местный завод, уверены представители Федерации мотоциклетного спорта. А ведь через неделю сюда приедут мотогонщики со всей страны, свыше 120 участников. И первое, что они увидят, не скоростную трассу, а груду мусора. То, что здесь творится, ну, это безобразие. Надо прекращать, потому что ну, невозможно на это уже смотреть. Тем более сейчас у нас будут всероссийские соревнования здесь проходить. То есть люди со всей России сюда приедут на соревнования, а здесь такая красота в округе. Ну, как бы уже складывается о нас мнение, что мы находимся на свалке. Между тем, ямы с мусором начинают разрастаться и дальше, захватывая все больше территорий. Вот совсем новенькая яма, вырытая меньше недели назад. Представители мотоциклетного спорта уверены, что уже в эти выходные в ней захоронят строительный мусор, который расположен на этом заводе. Спортсмены уже неоднократно обращались в администрацию Ленинского района. Там отвечают, что свалка ликвидирована. Аналогичный ответ получила и депутат АКЗС Евгения Боровикова, которая тоже занимается этим вопросом. Но нашей съемочной группе предстала сегодня совсем иная картина. Мусор как лежал, так и лежит. Мы тоже сделали звонок в администрацию. Там пояснили, что в начале августа мусор был убран и, по всей видимости, появился снова. Приняты меры, то есть мы организовали объезды, то есть чтобы как бы, ну, дежурство, скажем так, чтобы выявить как бы тех лиц, которые осуществляют там складирование, как бы нам это как бы график составлен определенных выездов. Вот, ну как бы и мы планируем все-таки до конца следующей недели как бы там вот на этом участке как бы навести, скажем так, порядок. Кто же все-таки сваливает мусор, остается загадкой. Евгения Боровикова рассказала, что написала заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет, чтобы те нашли нарушителя. Кстати, помимо несанкционированной свалки, рядом с мотоциклетной площадкой находится и городская. Так что ее ароматы вряд ли вдохновят мотоспортсменов на победу во всероссийских соревнованиях 31 августа. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.